Жители Никеля присоединились к акции «Пластик в дело». Взрослые и дети собирают и сортируют отходы, чтобы затем отправить их на переработку и дать вторую жизнь. Проект проводится при поддержке фонда президентских грантов. Ольга Иванова преподает биологию в 20-й школе Никеля, а после занятий вместе с учениками собирает пластик. В этот раз в рамках октябрьской акции «Пластик в дело» ребята наполнили использованной тарой 7 больших мешков. Часть мусора принесли из дома, остальное собрали на улицах родного поселка. Наши дети теперь ежедневно, да, ежечасно, можно сказать, да, когда приходят в школу, все равно каждый что-то приносит. Да, то есть не только пластик, и макулатуру, и батарейки, все-все-все собираем. Да, то есть все, что может сдаваться, все, что может подлежать переработке. Теперь пластик отправят в Красноярск на сортировку, а потом на переработку в Сыктывкар. Современные технологии позволяют изготавливать из бутылок, канистр, крышек и даже полиэтиленовых пакетов объекты городской инфраструктуры. Появляются такие предприятия и в нашем регионе. Из пластиковых отходов здесь сначала делают материал, похожий на пластилин, а затем отливают из него части скамеек или урн для мусора. Служат такие изделия гораздо дольше своих деревянных и металлических аналогов, ведь они практически не подвержены коррозии. А любую сломанную деталь можно снова переплавить и заменить. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ-21+.